Ух, и здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Даниил, и мы продолжаем прохождение Кейс Аниматроникс. В общем, у нас тут с вами... Так, это было непрофессионально. Так, в общем, мы так и не поняли, что делать. Точнее, я не понял, что делать, вы, наверное, знаете. Так, сейчас похоже, мы прослушаем. Ты познакомился с еще одним из моих тварей. Конечно, ты уже назнакомился. Твоя уже, удача меня поражает. Я вообще... Давай повысим градус напряжения. Очень удачливый. Теперь все будет серьезно. Да серьезно было, еще когда первый появился. Обернись, тебя ждет сюрприз. Та-дам! Сучара. Короче, нам знаете, что сделать надо? Вот это ублюдка, короче, мы так нажмем. Сейчас подождем, пока он пропадет. Они же у нас умеют телепортироваться, черти такие. В общем, на что нужно сделать? Взять? Свалил? Хе-хе. Пойдем, у нас здесь лежит, по-моему, батареечка. Вот, нам нужно пойти и вставить ее в радио. А радио находится, где, помните, лежал. Что там? Так, аниматроники нападают на своих же создателей. А, по-моему, мы это читали уже. Так, где же нет вентиляции? Здесь это безопасная комната. А, хер тебе, тут нету вентиляции. Ублюдок. Вот, ладно, пойдемте. Короче, приемник где-то... Вот здесь, что ли? Если это, конечно, то. О чем я думаю? Тихо. А, тихо, стоим. Ты ж не здесь появился? Нет. А он там появился, в этой, в раздевалке. Фух. Стоим. Так, ты так тихо, блин. Пугаешь меня еще. Опять встал. Ты снова отвалил туда или нет? Тихо. Опаньки. Оп. Сейчас пойдем проверим, просто сейчас что-то немножко я очкую, пока туда идти. Что меня тогда, помните, если смотреть предыдущую серию. Меня эта скотина так напугала, что я чуть не это самое. Инфаркт не получил. Так, по данным врачей, полицейский Джон Бишоп попытался. Так, а ты кто? Вы что там вдвоем что ли ходите? Кошатина. Тихо. Вот это начало, блин. Простите. Не, я понимаю, что в темный экран очень нихерина пялится. Но тут по-другому никак. Эта херня может сюда сейчас зайти, я умру. Но они вроде как мимо проходят. Ну да. Так, ну этот говнюк там стоит по-любому, смотри сейчас. Не? Да ладно. А где? Там? О, нету, прикинь. Давай. Давай быстрее. Мы близко? Нет. Где-то здесь. Ну давай. О, тихо. Ай, чуть-чуть. О! Так, тихо. Чё там?
Чё, ключ на спине? Игра затянулась, Бишоп, и ты играешь не по правилам. Я не могу позволить тебе уйти с этими документами. Знаешь, эта кошка напоминает мне мою Эмму. Я скучаю по ней. То, что я сделал с этим ублюдком, не вернуло мне спокойствия. И тогда я понял, что должен наказать тебя за то, что ты его упустил. В смысле? Да это мое первое дело было, я еще был. Игрушки недостаточно хороши. Хотя, почему бы не повысить мощность? В смысле повысить мощность? Прощай, Бишоп. Было забавно поиграть с тобой. Твою мать. Бежим. Капец мне. Все. Край. Прячься. Твою мать. Так, ну была там контрольная точка, это хорошо. Так, значит, надо от него убежать. Это мы поняли. Твою мать. Приветики. А, я пошел в другую сторону. То есть, что мне сделать-то надо? Ключ вот я на спине у этой твари получается? А как же я к ней подкрадусь? Опа, ты что, отключаешься? Похоже, опа. Это ключ-карта от какой-то двери. Да ты что говоришь такое? От какой двери осталась у нас ключ? Карта. У меня уже двери кончились. Чуть темно как-то стало слишком. У меня уже двери кончили. Какого хера? Может, от выхода? Пойдем проверим. Я не уверен. Я не знаю, где еще двери на ключ-карте были. Так, ну тут нет ключ-карты. Да? Правильно? Правильно. Блин. А что делать? А где еще двери на ключ-карте были? Это мы открыли. А что там? Сова что ли стоит? Закрой дверь. Фу-ху. Твою мать, ты кто? Хер, пойдем отсюда. Так, хорош там. В этот кабинет мы заходили. Так, сова, твою мать. Ну, хорош. Че ты? Ух, не сова. Дверь закрой, дебил. Ой, дура. Тихо. Чё ты? Так, всё отсюда. Капец. Да? Нет. О! По-моему, ты зря сделал. Ты ж не будешь меня... Уходи нахер отсюда. Не, капец, он сейчас меня найдет, смотри. А нет, уходит. Так, а от какой нахрен двери-то это? Я ж не знаю, здесь не там... Может, от этого? Не, там замок обычный, по-моему, висел. Здесь мы были, здесь ничего не надо. Здесь ничего не надо. Здесь тоже все закрыто, здесь все нормально. Здесь тоже все открыто, как бы. От чего дверь-то? Точнее, ключ. Может, это здесь, я не знаю, будет свет вырубили, охереть, еще ни хера не видно. Как бы, с одной стороны, хорошо, здесь мы все везде побывали. Там ничего нету. Меня рядом со мной ходит. Здесь, вот он, смотри, идет, ублюдок. А я там под столом сижу, да? Ну да. И как бы самое, я это и не знаю, откуда ключ-то.
подсказку дали, там ключ от... оттуда, там погляди, там. Нет, блин. Слышь, вали отсюда, за парь уходи ты, блин, уже. Здесь, в общем, у нас все открыто, здесь тоже все открыто. В архив нам не нужно, там тоже все нормально. Здесь на складе, но я не помню. Там, по-моему, у нас замок. Подожди, ты что там? Там лежал дробовик. Можно попробовать на склад пробраться, конечно, но я не уверен, что это хорошая идея. Но других идей у меня нет. В холле тут ничего нету. Здесь тоже ничего нету. Как бы здесь все у нас тоже открыто. Остается только склад. Выключи. Ничего где-то рядом, что ли? А, он выключился. Ой-ой. Выключился. Пойдем. Фух, блин, страшно. Капец просто. Так, тут никто не стоит, надеюсь. Кстати, нет. Тут никого. Блин, тут кто-то есть, да? Или... Может, отсюда ключ? Нет, не отсюда. Блин, а чего ключ-карта-то? Подсказку бы дали, блин. А чего-то там? У нас только две двери на ключ-карту было закрыто. Тахар. Ну там автомат лежит, может тут как-то пройти можно? Нет. Твою мать. Пойдем в архив еще раз ходим. Ой, твою мать. Я понял. Или пойти лучше. Я не знаю, я очкую что-то. Он заработал. Нет? Будешь работать или нет? Твою мать. Здесь ты не сюда пойдешь. Уходит. Тихо. Идем аккуратненько за ним. Ты ж не в архив идешь, правильно? Ну-ка, сюда. Понятно. Не, ну я понял, что ключ, карта, все дела, может тут что-то нет. Еще одна записка. Блин, так а чего так ключ карта-то? Сюда, походу, идет. Или нет? Блин. Нахер, нахер, нахер. Так, сейчас, секунду. Фух, так, продолжаем. Чуть-чуть меня отвлекли. Так. Да твою мать! Откуда ты взялся, слышь? Ой, что это было сейчас такое? Вот откуда он взялся? Он что, за мной что ли стоял? Или что? Или где? Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Да господи, что вы орете это так? Ну где-то кошатина, блин. Блин, а где же этот ключ-то применять-то, а? Кто-нибудь хоть расскажет мне? Так, сейфа уже нету. Просто я не помню, что где-то еще остался что-то там. Да тихо, может сюда этот ключ применяется? Тихо. А, тут ничего нету. Тут какой-то сидит тоже хер непонятный.
Никого нету. Тихо, спокойно. Что, записка нет? Нет. Так, совы вроде тоже нету. Ну и где вы спрятались, ублюдки? Тут. А где? Не вижу. Чё у меня стучит-то сердце? Тут его нету. Сейф открыт, тут как бы и ничего нету. А чё сердце стучит, слышь? Тут нет никого. Или есть? В уголку где-нибудь спрятался, короче, и стоит такой. Опаньки. О, приветики. Ой-ой. Ты херни не убежишь так просто. Твою мать. Кстати, то, что нам нужно, да, кошатина, который на спине как раз этот самый ключ. То есть теперь они еще отключаются. Я понял. Фух, блин, жутко, очень жутко. В общем, непонятно, то не отключаются, то не отключаются. Вот эта собака ходит. Точнее, кошка. Если это кошка, не это кошка. Сюда пойдешь? Вентиляцию пошло. Где ты вылезла? Сова, ты что ли? Пошла нахер. Так, где котейка остановилась? Ну, если остановилась. Твою мать. Так, ладно. Ой, жутенько, жутенько стало. Когда они трое, это вообще, короче, капец какой-то. Ох, что там? Ходите, твари? Вы где кошка это? Что там такое? А это камера, да? Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. Камера же, да? Блин, ну дети животные. Метеор-карту найти надо. Так, это ты? Нет, это не ты. Нахер. Вот и стой там. Твою мать, да хорош, слышь. Где-то кошка отдыхает. Здесь? Кошка, ты где? Нет. Ох, блин, а. Чё у меня с фонариком? Фон? Фонарик. У меня фонарик, походу, сел. Жить, не ты там? Или это камера? Нет, камера, наверное. Фонарик, включись, блин. Капец, ты не вовремя, короче. В смысле? Открой дверь. Фух. Так, это же камера там, да? Да, камера. В
Блин, ну дети чертил и спрятались-то. Опа. А это который? Мне ни хера не видно. Я понял. Под стол ныкайся. Ты отрубаться будешь, нет? Ой, сейчас, короче, помру я. Не смотри, как уходит. Фух. Опа. А где он там? Там заныкался или нет? Завалите там. Не, не тут. Я понял. Есть кто-нибудь? Нету. Батареечка, не знаю зачем. Но пусть будет. Так, ну и кто там ходит? Если ты отрубился. О, отрубился. Блин, это опять не тот. А где кошка-то? Мне кошка нужна. Наверное, хер знает. Уже непонятно. Но вроде как кошку он показал, что у нее на спине. Записочка, бла-бла-бла. Понятно. Кошка, кыс-кыс-кыс. Не, ну серьезно. Тихо. Тут. Кошка, кошка. Ты где? Не, ну еще все-таки остается вопрос открытым. От чего ключ-то, собственно? А то как-то я хер его знает. Здесь синий был ключ. А где, откуда белый-то? Так, вы что там делаете? Ничего? Шпончиков прихавать пока. Интересно, кто приносит пончики? 6 штук сожрал сразу. Что там? Прошивка аниматроника еще слишком сырая, процессор система начинает зависать спустя 6 часов с начала использования. Судя по всему, аниматроники начнут автоматически отключаться для перезагрузки раз в 30 секунд, начиная с 6 утра. Нет, типа уже 6 утра. Раз в 30 секунд. А. Я понял. Это не сова. Ё, мужики, капец мне. Собаки, а? Ох, блин. Ладно, сейчас прервемся, продолжим с того, с какого-нибудь момента, не знаю, с как. О, в общем, тут опять проиграл, короче, опять заново начал. В общем, я так понял, что не обязательно ключ у кошки на спине. А он может быть у кого угодно на спине. Опаньки. Такой нормальный, не? Блин, у этого тоже нет. А у кого тогда он? Еще понять бы, что делать, как бы вообще было бы прикольно. Твою мать. Господи.
Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. Да что ты, мать твою, говоришь такое? А то я бы не догадался. Ну и давайте теперь думать, от какой двери-то может быть ключ-карта. Никакой подсказки у нас нету. И какая дверь может быть, я тоже не знаю. Поэтому хер его даже знает-то. Везде темно, ничего не видно. Никаких дверей нету. В холле тоже ничего нету. В допросной ничего нету. Поэтому я как-то хер вот знает даже. Что делать-то? Может, конечно, что-то в диспетчерской есть, но я не уверен, потому что там нигде нету карты приемника этого. Ну, что эта карта делает, хер его знает. Ладно, давайте буду искать, а там потом продолжим. Фух, ладно, давайте продолжать, хер его знает. Так там ходят эти черти. Ключ-карта у нас есть. Давайте опробуем. Тихо. Опробуем. Куда мы ее опробуем? Куда-нибудь опробуем. Давайте вам выход попробуем. Так, ну-ка. Твою мать, не та карта. В смысле не та карта? А как, какая еще карта может быть? Вот это сейчас, короче, вообще нормально было. Ух, ёб твою мать. Кто там ходит? Да уходи. Чё ты ходишь там? Ладно, то есть мне нужна еще одна карта. Ну вы охерели. Не, ну это не прикольно. Опаньки. У тебя нет карты. А у кого карта? Не, ну что ж такое-то? Какое-то издевательство, прямо не игра. Так. В общем, я так понял, эта карта... Твою мать, ты что пугаешь так? В общем, карта от выхода. От выхода... Блять, фонарик сломался, твою мать. Очень вовремя. Да-да. Сейчас постоим, фонарик восстановится. Ой, короче, надо найти... О, восстановился. Правильную ключ-карту от выхода. То есть вот я сейчас одну попробую, она не подошла. То есть, получается, мне надо найти еще одну карту у спящего аниматроника. Но это становится крайне опасно. Так, кто там? Ты все стоишь, да? Ну, ладненько, стой. Херово это дело все. Ух, по идее, вот сейчас мы найдем карту, это финал уже будет. Опа, что-то... А, ничего, да? Опа.
кто там заходил? Ушел. Так, тихо. Что тебе надо, слышь? Не дыши так. Слышь, уходи. Это что за телепорт был сейчас? Ну, сейчас меня поймут. Ублюдок, ублюдок. Фух, ну хер его знает. Ладно, давай сейчас попробую найти ту карту. В общем, нашел я еще одну ключ-карту, ну, точнее, первую ключ-карту после смерти. Ну, сейчас она, смотрите, она же, конечно же... Не та карта. Не подходит. Пойдем искать следующую. Значит, она должна быть у другого. На этом самом. На спине. Я так полагаю. Здесь больше ничего у нас не активно. Нет, ничего не активно. Это печально. Было страшно. Так, у кого на спине ключ? Ну-ка нахер. Фух, долбаная игра, а? Жутенько. Тихо. Вроде уходит. Тварь. Да они там оба. Опа, выключился. Теперь закрой. Ну-ка. Где? Есть ключ? Блин, нету. И у тебя нету, бля. У кого? У совы, что ли? Сова. Сова, теть твою мать. Ты где? Интересно, мне так надо три раза сделать или как? Да ты там не стучись. Блин, где сова? Сова. Открывай, медведь пришел. Блин, а? Сова. Опа. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. Да что ты, мать твою, говоришь такое? Блин, они сейчас очнутся, короче. Вот увидишь. Смотри. Валим, валим, валим. Что ты делаешь? Беги. Блин, не туда. Вы в темноте вообще, короче, голя какой-то. А во-во. Давай, 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 давай. О! Чё? Чё происходит? И чё?
Все? Я прошел? Серьезно? А где какой-нибудь ролик в конце, я не знаю, там сказать, ну ты такой крутой, молодец, прям сбежал от аниматроников там, или там, чтоб пошел жопу надрал этому мудаку, который меня запер. Или еще что-нибудь, ну не знаю, хотя бы какие-нибудь слова там, спасибо, что играли там, красавчики, молодцы, мы там сделаем еще. Меня беспокоит, что за ящик там стоит в этом, в архи... ну, в комнате с уликами, и который трясется. Там, наверное, еще один аниматроник, может, какое-то дополнение будет, какой-нибудь четвертого достанут, или там, не знаю, как херня, ну, блин, это как-то странно. Вот, ну, такой вот финал. Игрушка была страшная, реально страшная, прям. Тупая очень, ну, в смысле, не тупая, что такие тупники есть вот эти вот, не знаю, наверное, с патчами я просто играю в старую версию. Может, по-моему, я кого-то смотрел, по-моему, там поправили, что сохранения после диалога там идут, то есть такое вот, мелочи такие вот сделали, то есть сделали поумнее, это хорошо. Вот, потому что в моей версии все как-то херово. Что типа, постоянно слушать диалоги, эти сволочи постоянно тебя нападают, постоянно заново слушать, то есть сохранение как-то, не знаю, почаще что ли, не почаще как-то. Не, что сделали правильно после диалога, это хорошо. Это молодцы. Ну что ж, вот такая была игра. Замечательный хоррор, прям хороший, мне понравился. Пишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите. Ну-ка, про комментарии уже сказал, да? Ладно, в общем, увидимся в других прохождениях. Всем спасибо и всем пока.